Жюль Верн. Вокруг света за 80 дней. Филиас Фок находился в заключении. 2:33 снаружи послышался шум, звук шагов, а потом и скрип открываемой двери. Он услышал голоса Паспарту и Ауды. Дверь открылась, и он увидел бросившихся к нему Фикса, Ауду и Паспарту. «Сэр, простите, злочастное сходство. Сэр, вор уже 3 дня как арестован, вы свободны!» Филиас Фок поднялся, пристально взглянул ему в лицо и сбил Фикса с ног хорошим ударом кулака. «Отличный удар!» Поезд прибыл на лондонский вокзал только когда все часы Лондона показывали без 9:10. Филиас Фок совершил путешествие вокруг света, но прибыл в Лондон на 5 минут позже назначенного срока. Он проиграл пари. В этот вечер все 5 партнеров Фога собрались в главном салоне реформаторского клуба. Осталось 5 минут. Игроки снова взялись за карты, но глаза были прикованы к часам. Еще 1 минута, и пари будет выиграно. На 55-й секунде дверь зала отворилась, и на пороге показался Филиас Фок. Следует напомнить, что в 8:05 вечера, приблизительно через сутки после прибытия путешественников в Лондон, Паспарту было поручено его господином уведомить преподобного Сэмюэля Уилсона о предстоящем браке, который должен был совершиться на следующий день. Преподобного Сэмюэля Уилсона не было на месте, однако он ожидался с минуты на минуту. Паспарту ждал. В 8:35 он выбежал из дома священника с дикими глазами, растрепанными волосами. Он мчался по тротуару, словно водяной смерч, опрокидывая по пути прохожих. Ровно через 3 минуты он был уже у дома на Савиль-Роу и, задыхаясь, ввалился в комнату мистера Фога. Он не мог говорить. Что случилось? Женитьба невозможно завтра! Как? Почему? Да потому что завтра воскресенье! Понедельник? Нет, сегодня суббота! Вы ошиблись на день! Мы приехали на 24 раньше срока! Но теперь осталось только 10 минут! Филиас издал вопль, хлопнул себя ладонью по лбу, потом выбежал из дома, вскочил в кэп, пообещав 1000 фунтов кучеру и, задавив по пути 2 собак и врезавшись в 5 экипажей, прибыл в реформаторский клуб. Часы показывали 9:15, когда Филиас Фок появился в дверях главного зала. Он выиграл пари. Итак, как мог столь аккуратный и точный человек ошибиться на 3 сутки? Это очень просто. Сам того не подозревая, он выиграл 3 сутки, поскольку, совершая свое путешествие вокруг света, он двигался на восток. То есть шел навстречу солнцу, и, следовательно, дни для него столько раз уменьшались на 4 минуты, сколько градусов он проезжал в этом направлении. Филиас Фок выиграл 20 000 фунтов стерлингов. Однако, так как само его путешествие обошлось ему приблизительно в 19 000, то его выигрыш в пари был крайне незначителен. Оставшуюся 1000 фунтов он разделил между Паспарту и злосчастным Фиксом, на которого был не способен сердиться. Однако из денег, предназначенных Паспарту, он все же ради порядка удержал стоимость газа, горевшего на протяжении всего их кругосветного путешествия.